Бизнес-завтрак главы Ленинского района Валерия Венцеля с предпринимателями Молоковского и Володарского сельских поселений было решено провести в парк-отеле «Орловский», который и сам является собой прекрасный образец успешного бизнеса, расположенного на территории нашего муниципалитета. Просторный зал гостиничного комплекса вместил более 50 предпринимателей. И если для видного такие бизнес-завтраки уже стали доброй традицией, то на территории Молоковского поселения встреча проводится впервые. Инициатором выступила торгово-промышленная палата Ленинского района. Созданная около года назад, она призвана консолидировать предпринимателей и улучшить инвестиционный климат. Торгово-промышленная палата является площадкой и выстраивает диалог между бизнесом и властью. То есть, собственно, то, чего бизнесмены всегда боялись, выйти из тени, общаться. У них есть опасения того, что им не помогут, или есть какое-то чувство необратимости, от них отвернуться. Мы настраиваем на нужный лад. Среди гостей люди из самых различных отраслей бизнеса. В частности, это производственники, застройщики, представители банковской сферы. Обращаясь к участникам с приветственным словом, глава муниципалитета отметил, что власть открыта к предпринимателям и всегда готова к конструктивному диалогу. У каждого из предпринимателей эти проблемы либо застарелые, либо настолько стоят остро, что они, собственно говоря, не дают возможности смотреть в будущее. Однако вот на таких встречах мы, наоборот, ориентируем именно всех взглянуть чуть дальше сегодняшнего дня. Далее пришло время живого общения, когда участники могли обменяться мнениями или обратиться с вопросами к руководству района. На встрече поднимались темы, касающиеся улучшения транспортной доступности, ввода в эксплуатацию новых построек, льгот для малого и среднего бизнеса. Кроме того, Молоковское и Володарское поселение – одни из самых удаленных в муниципалитете, и здесь остро ощущается нехватка отделений банков и банкоматов. Причем как жителями, так и юридическими лицами. Мы обратились после подведения итогов ко всем четырем банкам, которые здесь присутствуют, с просьбой откликнуться на данную заявку наших жителей, поскольку в прошлом году мы подписали, глава подписал соглашение о сотрудничестве со всеми вышеуказанными банками. В ответ представители финансовых учреждений еще раз подтвердили свое желание развивать здесь банковскую сеть. И в Молоково, если не ошибаюсь, по-моему, нет вообще ни одного банкомата. Поселение Володарское, по-моему, 2 или 3 банкомата. С коллегами мы тоже прекрасно это понимаем. Работать с этим будем. Первый бизнес-завтрак в Молоковском поселении оказался очень плодотворным. И в планах сделать такие встречи регулярными. Екатерина Коваленко, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.